Прокурор Ненецкого округа Николай Егоров поздравил воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом» с Днем российского триколора, а также вручил в подарок книги, иллюстрированные известной художницей Надеждой Вуючейской. Свой визит в Центр содействия семейному устройству «Наш дом» Николай Егоров начал с общения с детьми, после чего осмотрел условия проживания воспитанников. Защита семьи, материнства и детства – одна из приоритетных задач прокуратуры округа. На контроле также находятся вопросы обеспечения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, реализация права на образование, обеспечение лекарственными препаратами и вопросы организации летнего отдыха. Самое главное в летнем отдыхе – это безопасность. Чтобы было, чтобы эти мероприятия проходили интересно. Знаем, что вы отдыхали в разных регионах Российской Федерации, в Ивановской области, Ярославской и на Черном море. По информации, которая поступила от руководителей детского дома, от медицинского персонала, дети приехали все здоровые, без травм, болезней. Это самое главное. Поздравляя детей и работников учреждения с государственным праздником, Николай Егоров немного рассказал об истории триколора. У нас впервые тот флаг, который мы сейчас с вами видим, который 350 лет назад появился, именно в такой расцветке, он появился в период царствования Алексея Михайловича Романова, царя, и был первоначально он на торговом флоте. И те корабли, которые двигались у нас, они шли под этим флагом и знали, что это принадлежит флаг Российской империи. В завершении встречи Николай Егоров вручил ребятам книги, иллюстрированные Надеждой Вуючейской. В свою очередь, известная художница рассказала детям о своем жизненном пути и о том, как правильно изобразить природу родного края. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».